Еще один осенний бой. Это уже бой Виталия Кличко в Ганновере с Вилли Хинтоном. Ну вот так. Виталий разглядывает своего соперника. А тот пытался атаковать с первых секунд. Это манера таких кичистов опытных. Сразу в атаку. Но сейчас уже поостерегся, видите. Ныряет, и Виталию приходится приноравливаться. Он выше ростом, и поэтому будет ловить на таких вот нырках, встречными ударами своего соперника. Вот, удар правой прошел. Вот снизу. По-моему, уже полдела сделано. Да. И это почувствовали зрители даже раньше, чем рефери. Можно продолжать. Видите, вот обратите внимание, внешних эффектов каких-то там Виталий не допускает. Он просто нормально уходит от удара, где-то свистит в миллиметре от его лица перчатка соперника. И тут же он наносит контратакующий удар. Ни разу еще серьезно не пробил его защиту американец. И вот сейчас, да, сейчас время атаковать. И Виталий это делает очень четко. Вот удар левый прошел, и правый уже на добивание. Как дела? Да ничего хорошего. Капу уже выплюнул, значит, не сможет продолжать. Да, он далеко сейчас от ринга, уплыл. Вот победный удар Виталия Кличко. Вдогонку, левой снизу. И в повторах мы еще раз смотрим этот прекрасный бокс. Да, действительно, то, что делают наши ребята, это достойно восхищения. Это Виталий Кличко.